поняли это. Спасибо. Да. Значит, давайте начнем с Вагнера и с поваров. Значит, все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные, в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет. Надо, чтобы было это ясно, понятно, и чтобы мы к этому не возвращались. Если кто-то хочет приклеить какие-то ярлыки, это их дело, и здесь ничего страшного нет. Это вот такая у нас политическая возня происходит. Есть даже такое понятие «безопасное питание». Мы никому это питание, кроме как сотрудников ФСО, не передаем. Ну, чтобы было вам понятно. Значит, теперь по поводу Вагнера и того, что люди делают. Все должны оставаться в рамках закона. Все. Если есть какая-то... Мы можем запретить вообще частную охранную деятельность. Но стоит только это сделать, я думаю, что и к вам придут с большим количеством петиций с требованием защитить этот рынок труда. У нас там работает.